Появилось первое печатное, значит, издание о, значит, печатных СМИ Тюменской области 19-21 века в первом томе. Я его посмотрел. У меня, правда, возникло несколько там замечаний по поводу этого, но, как мне сказали те люди, которые имеют отношение к изданию этой книги, что во втором и третьем томе определенные изменения будут внесены. И, конечно, очень важно, что здесь очень много посвящено нашим заслуженным ветеранам, тем людям, которые присутствуют в этой аудитории, потому что именно благодаря вам складывалась история нашей области. И мы как раз затронули сегодня вопрос о 70-летии, о праздновании 70-летия нашего региона. И вы как раз, ну скажем так, те люди, глазами которых мы и знаем теперь историю, знаем вот этот 70-летний путь, который прошагал наш регион. Если бы не было вас, то, наверное, эта история не была бы запечатлена сегодня ни в книгах, ни в телевизионных хрониках, ни в других каких-то изданиях. И история, конечно, нашего Тюменского края, она богатая. Люди, которые работали сегодня, люди, которые в течение 70 лет создавали историю Тюменского края, люди очень достойные, которые в то время приехали со всего, скажем так, Советского Союза, я говорю уже о том времени, когда осваивались недра Западной Сибири. И, конечно, вся вот эта история как раз и сформирована теми людьми, которые представлены пока в первом томе. Я надеюсь, что во втором и в третьем томе будет рассказано о тех людях, о которых еще в первом томе не рассказано.